На одном из участков водопроводных сетей в Тирасполе сегодня произошла авария. Без воды остались десятки домов по улице Пушкина. Это серьезная авария. Если садятся золотники на такие задвижки, которые на водоводах, на основные магистрали, которые подают воду на большой район. Это и Карла Маркса, и без воды получается туда вниз до этого. Вот, и наверх Карла Маркса, и Пушкина сюда до Карла Маркса. Поэтому это основной, один из основных водоводов, который подает воду городу. На то, чтобы устранить неполадки, ремонтникам потребовалось несколько часов. Все это время частный сектор оставался обесточенным. Воду жители носили ведрами. Как сообщили в водоканале, на данный момент водоснабжение возобновлено.